Министерство социального развития Оренбургской области, представители общественной организации многодетных родителей «Семейный очаг» приняли участие в пресс-конференции, посвященной всероссийскому проекту «Многодетная Россия». Проект реализуется на территории нашей страны с 2020 года и занимается решением проблем данной категории. В Оренбургской области в последние несколько лет отмечается положительная демографическая динамика. Количество многодетных семей выросло до 26 тысяч, и тенденции роста продолжаются. Большие ячейки общества находятся под пристальным вниманием социальных служб, а государство обеспечивает стабильную материальную поддержку. В регионе проходит много мероприятий, направленных на формирование позитивного образа многодетной семьи. Например, ежегодный конкурс «Название лучший». По распоряжению губернатора проводится работа по улучшению благосостояния семей, где воспитывается 6 и более детей. Ежегодно они получают все необходимое для нормальной жизнедеятельности. Однако вопросы в этой области все-таки есть. Их и озвучили участники пресс-конференции, в числе которых известные общественники, телеведущие, артисты. Конечно, необходимо и льготы расширять для многодетных родителей. И образование должно быть доступнее, и бюджетные места должны быть больше. И материнский капитал должен расти с каждым ребенком в семье. В ходе пресс-конференции представлены промежуточные результаты масштабного мониторинга актуальных проблем. Обсуждалась возможность установления единого для всех субъектов статуса многодетной семьи, утверждение звания «мать-героиня», установление заработной платы женщинам, воспитывающим трех и более детей.